Сегодня в меню – лимонный конфи. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Лимон – 1,5 штуки. Сахар – 100 грамм. Желатин – 10 грамм. Вода горячая – 150 миллилитров. Красочный и ароматный лимонный конфи – идеальная прослойка для тортов и добавка при создании пирожных, трайфлов. Можно сделать конфи заранее и хранить в морозильной камере, обвернув пищевую пленку. Подготовьте указанные ингредиенты. Помните, что конфи может получиться кислым на вкус, поэтому обязательно пробуйте жидкость перед застыванием, чтобы можно было вмешать еще сахар. Лимон ошпарьте кипятком и счистите с него цедру в казан или ковш с антипригарным дном. По желанию можно обойтись и без цедры, но с ней конфи получается более ароматным. Сыпьте сахар. Из лимонов выжмите сок, разрезав пополам. Размешайте. Влейте горячую воду и сок лимонов в емкость к цедре, поместите емкость на плиту и доведите до кипения. Отварите примерно 3 минуты. На этом этапе вы можете процедить горячую жидкость и удалить цедру, но можно и оставить ее. Сыпьте желатин, сняв емкость с плиты. Перемешайте и оставьте для набухания на 5 минут. Затем еще раз тщательно перемешайте, чтобы он полностью растворился. Форму застелите пищевой пленкой внутри и вылейте в нее приготовленную жидкость с желатином, не забыв попробовать ее на вкус. Поместите форму в морозилку на 1 час или в холодильник минимум на 3-4 часа. Спустя указанное время конфи будет полностью готов. Аккуратно извлеките его из формы и снимите пленку. Используйте по назначению, выкладывая в крем при сборке торта или пирожных. Благодаря кисленькой прослойке из лимонного конфи, ваш десерт не получится приторным. Конфи готовят для тортов, пирожных, трайфлов и так далее. Процесс приготовления совсем не сложный, главное – рассчитать количество желатина или агар-агара для жидкости. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом рецепте друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!